В сентябре в милицию Минского района начали поступать заявления жителей деревни Тарасово о пропаже вещей из их автомобилей. Примечательно, что имущество пропадало по ночам из незапертых, припаркованных на улице машин. Неизвестный ходил по окрестностям без какого-либо инструмента и дергал за ручки дверей. Он не повреждал и не разукомплектовывал авто, а забирал из салона все более или менее ценное – деньги, кошельки, портативную колонку, наушники, охотничий нож и даже туалетную воду. При помощи записи с камеры видеонаблюдения одного из домов оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Во время очередной вылазки сыщики поймали мужчину с поличным. Любителем чужого имущества оказался 33-летний уроженец Воложенского района, который работал в Минске грузчиком торговой сети. Украденные деньги он тратил на свои нужды, а вещами пользовался сам или дарил знакомым. Нередко автовладельцы относятся беспечно к своему имуществу, оставляют ключи в доступном для чужаков месте или не запирают транспортные средства. Особенно эта проблема актуальна в сельской местности, в частном секторе, где машины иногда хранятся не только открытыми, но и с ключами в замке зажигания. Министерство внутренних дел призывает граждан быть бдительными и не оставлять в салоне ценные вещи, закрывать автомобили и пользоваться сигнализацией.